нынешней музыкальной индустрии наступила эпоха стриминга и тиктоков, ускорившая продвижение музыки. Теперь артистам не обязательно годами постепенно наращивать цифры прослушивания, ведь стать популярным можно, просто удачно залетев на трек знаменитости. Многие пользуются такой возможностью, регулярно выпуская совместки с другими артистами для повышения узнаваемости. Кроме того, уже маститые музыканты делают фиты со свежими артистами, чтобы привлечь к себе более молодежную аудиторию и обновить собственный поросший пылью репертуар. Давайте поговорим о том, какие рэперы наиболее ярко показывают себя на фитах и чьи куплеты пользуются наибольшим спросом. Итак, поехали. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf — это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Вы замечали, что некоторые артисты почти не выпускают сольного творчества, но тем не менее получают огромную известность. Это происходит именно из описанных ранее способов продвижения музыки. На Западе такая практика применяется чаще, так как там более развита индустрия. Но есть российские рэперы, которые блистают на совместках с другими, переманивая все внимание на себя. Забирать фиты – это отдельный талант, и далеко не каждый на это способен. Начнем с американского рынка, где featuring artists появились уже довольно давно. Еще года 2-3 назад в западном хип-хопе все разрывали гостевые куплеты рэперов под никами Lil Baby и Ганна. Первый зачитал совместно с Дрейком, самым популярным музыкантом планеты на данный момент. Второй успел засветиться у всех, начиная от битмейкера Метро Бумина, заканчивая знаковым для трэпа Фьючером, Янг Тагом и Трэвисом Скоттом. В кратчайшие сроки Ганна и Lil Baby показали, как делать куплеты, расходящиеся на десятки миллионов прослушиваний, а также тонны мемов и тиктоков с модными танцами. Больше всего фанатов радовали те случаи, когда оба исполнителя записывали треки в тандеме. Можете вспомнить, как разорвал чарты и плейлисты Drip to Heart или Close Friends. Звук обоих ребят был актуальным и трендовым звучанием. Репутация Ганны заметно просела в связи с судебным делом в отношении рэпера Янг Тага и его подельников. Дело в том, что помимо совместных треков, Ганна также был связан с Тагом лично. Парни были в дружеских отношениях и часто двигались бок о бок. В результате, когда федералы стали копать под Янг Тага и его криминальную активность, дело дошло и до Ганны. Тот не заступился за Тагера, попытавшись отмазаться и в аккуратных формулировках свалить вину на друга, находящегося на скамье подсудимых. Ганна пошел на сделку со следствием и дал необходимые показания. Хотя он сам и пытался до последнего не афишировать произошедшее на суде над его коллегой и другом Янг Тагом. Многие присутствовавшие там свидетели и представители из рэперской тусовки слили информацию о произошедшем, окрестив Ганну крысой за его неподобающее поведение. Такой скандал сделал артиста нерукопожатным, и теперь почти никто в индустрии не согласится записать с ним фит, так как, несмотря на явный талант Ганны, это может обернуться не увеличением популярности, а наоборот, черным пятном на карьере. Рэпер попытался оправдаться за содеянное, объяснив ситуацию со своей точки зрения в сольной композиции. Даже Lil Baby теперь почти не смотрит в сторону Ганны. Некоторые артисты, разрывающие треки на фитах, затем теряли популярность. Например, Rich Homie Quan. В середине десятых совместки Quan'а все с тем же Young Thug'ом, Tyga, YG и многими другими постоянно звучали на радио. Часто куплеты Quan'а явно выделялись на фоне остальных и вывозили на себе весь трек. Quan вкладывал много энергии в свои строчки, его подача легко раскачивалась слушателей, а большего тогда во времена первой популярности трэпа как жанра не требовалось. Однако через пару лет мощных куплетов, прокачавших вечеринки по всему миру, Quan рассорился с Янг Тагом, и они перестали сотрудничать. Конфликт был очень тяжелым для Тагера, так как за годы рядом он очень близко сдружился с Quan'ом, и, по словам Янг Тага, даже набил себе тату с его именем. Детали бифа, возникшего между близкими друзьями, не разглашаются, но, как и в случае с Ганной для Янг Тага, все снова закончилось разладом с одним из главных поставщиков мощных фитов, способными зажечь под любой бит. Артисты не держат друг на друга зла. Quan гораздо сильнее сфокусировался на своем сольном творчестве и потерял былую известность, но все же продолжает оставаться на плаву и давать концерты, заряжая слушателей своей энергетикой. What's the relationship with with Quan, with Rich Homie? No, we don't have no problem. Like,
I don't think we can be like how we used to be. Right. He already just did some bullshit. He already know my heart. So it's like, once you just, I'm too pure. So once you just cross that line. Yeah, you do that, it's like, no. I forgive. I always forgive. If I kill a person, I pray to God that he forgive me. If I do something to a person, I pray I get forgiveness. So I always forgive. I don't ever hold grudges on nobody. I forgive everybody. Заметим также, что не всегда артист, удивляющий всех на фите, делает это регулярно. Если Lil Baby или Quan специально и за серьезные деньги выманивались на фиты другими артистами и их продюсерами, так как все знали, как те двое умеют зажечь и вывести любую композицию, то иногда самый обычный, на первый взгляд, артист поражал всех в студии, выдавая совершенно нетипичный для себя уровень. Яркий пример такого сотрудничества — куплет тогда еще молодой и малоизвестной рэперши Ники Минаж на треке Monster из альбома Kanye My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Kanye изначально планировал пластинку как почти целиком состоящую из совместных треков. Над одним только продакшеном и сведением трудились большие команды профессионалов вроде Майка Дина, а песни растягивались по 5, 6 и даже 9 минут, порой демонстрируя целый букет имен самого разного плана на одном бите, отчаянно пытающихся выделиться и перечитать друг друга. Kid Cudi, Pusha T, Rick Ross, множество признанных звезд хип-хопа приложили руку к альбому. Один из его самых эмоциональных треков — композиция Monster, где Kanye раскрывает свою злую сторону и читает от имени антагониста. Все остальные участники, Jay-Z, Rick Ross и Nicki Minaj, также пытались пробудить своих демонов, дав им выговориться. Nicki очень повезло попасть на запись такой песни, ведь альбом записывался еще в 2010-м, чтобы выйти в течение года. На тот момент она только начинала свой путь, а женский рэп в целом был еще маргинальным явлением, к которому редко относились всерьез. До сделавшего Nicki всемирно известным клипа на Анаконду оставалось еще несколько лет. И вот, куплет Minaj стоит по соседству с признанными звездами со стажем. Нужно было выкладываться на максимум, и по мнению многих, Nicki удалось вывести трек, переплюнув остальных, включая даже самого Kanye. Пулеметный флоу, жесткий рифм, дерзкая подача. Трек произвел настоящий фурор, а про Уэста еще не раз будут говорить, что он помог Минаж раскрыться и получить важную на первых порах известность за счет яркого парта на Монстре. Итак, пора поговорить о хитмейкерах из СНГ. Если честно, в нашем сегменте сложно выделить артистов, постоянно забирающих фиты. Кроме разве что 163 On My Neck. Если зайти на Genius Romy, то в топе его самых популярных песен будут на удивление мало сольного творчества. И это при том, что в 21 и 22 годах ситуация улучшилась, ведь артист выпустил целых 2 собственных релиза. И их содержание тоже оказалось достойным и не разочаровало. Тем не менее, множество песен, за которые Романа так полюбили, это фиты, на которые он залетел с гостевым куплетом. Не знаем, что именно привлекает слушателей в куплетах 163-го. Голос, отсылающий коллегу ЛСП в лучшие годы, уверенный флоу или остроумные панчлайны, а может даже и все это вместе. Но факт остается фактом. Фиты Ромы со Скали Милана и своими коллегами по объединению Melon Music пользуются большой популярностью, и в какой-то момент они сильно оттеняли собой его авторские работы. Не пью алгах, учел, врубил свой трек, я впервые услышал звук акахи, в этой шайке рэперов 50% бреда и страха. Рома 163 оказался умнее многих западных коллег и избежал того проклятия, что постигло игроков а-ля Rich Homie Quan. Одновременно с прорывными фитами с ребятами из Melon Music, он записывал сольные треки и собирал свой дебютный альбом под говорящим названием Grow Guide, выпуск которого позволил ему вырасти в творческом плане и стать куда более серьезной единицей в музыке, показав себя как не просто крутого гостя на чужих инструменталах, что способен раздать стиля, но и как полноценного автора, собственным взглядом на хип-хоп и свое место в нем. А какие интересные случаи со способными артистами на фитах запомнили вы? Пишите свои варианты в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!